Добрый вечер, дорогие коты, все друзья, люди, друзья, друзья, все вообще, да? Смотрите, давайте так, я начну это видео со слов о том, что никто из вас, никто не знает, какой ад пережила я за эти 2 года, никто, поверьте мне, да? Если вы хотите что-то прокомментировать, да, те люди, которых это не касается, пишите мне лично, пишите мне. Не надо больше никому писать. А еще лучше посмотрели и забыли, как бы, да, ну это все-таки мое дело. Моя ответка человеку за все, просто что он сделал. И давайте закроем тему вот этого, да. Либо вы смотрите, проходите мимо, либо вы свое мнение высказываете мне. Все. Так вот, оплату в 11 500 я не получила. Я не удивлена, да? Потому что главное для человека в этой жизни это всегда были деньги. Что, надо что ли? Долги мне? Нет, конечно. Торчит она ебать дохуя за 2 года. Это я молчу. Про дохуя чего разъебанного в хате, про мою разъебанную ногу, да, порванную связку на ноге. Просто. Она делала со мной все то, да, также жгла надо мной, как когда-то делали это с ней, в местах не столь отдаленных, да. Узнала я об этом чисто случайно. Но я узнала. Реально думала метод, ну как бы, да, любви, прощения, доказывания своей любви, своих чувств каждый день изменит человека. Блять, ребят, я не думала, что бывают настолько безнадежные люди. Убитые. Убитый хлам просто. Да? Не стоило вчера писать мне смс, я тебе сказал об этом. Не стоило 12 февраля ждать меня, блядь, у подъезда. Ебашить меня по ебалу, блядь, прижав к домофону, сука. Реально. 2 года так не стоило делать. Просто не стоило. Не надо было. Да не будет сейчас 2-я серия проекта, да? Нифига. Да так просто. Мысли, слух, возможно. Очень много сегодня эмоций, много комментариев мне, слов, мнений, да? Вы знаете, все-таки это мое личное дело. Человека ни разу не... Одна ситуация не смущала, не останавливала, чтобы она могла остановиться. Она не умела останавливаться, не умела. Я думаю, что я тоже не готова. Согласитесь, как бы каждый человек за свои обиды, за свою боль, предательство, ложь, измены. Человек просто должен за это ответить. Знаете, за что мое первое заявление было на нее? Вы знаете? Нет. Об этом я расскажу. Нет. Я так подумала, что... Проект, поскольку как бы многосерийный, первая серия была записана, я начну теперь во 2-й серии, с самого начала, да, с первой истории, как этот человек вонзил мне нож в спину. Это будет во 2-й серии. Мне никто никогда не причинял такую боль. Никто. Ты реально сделала все, что сделали тебе. Все. Полегчало, легче стало, лучше. Оторвалась на мне. Да, поднялась за мой счет, за мою любовь.